Всем доброе утро. Мы в Пятигорске и живем в гостинице, которая называется «Зеленая». Вот такой вот интересный старинный домик. А мы сейчас идем на остановку Тарханы. Да, рядом находится здесь. И с этой остановки мы поедем на экскурсию, которая называется «Верхняя Балкария». Едем. Макс! А ты где? Вот если пошар. На экскурсии здесь, в Пятигорске, мы ездим через курортное бюро путешествий и экскурсий. Контакты этой турфирмы на экране. Вчера мы съездили в Северную Осетию, в Цейское ущелье, и остались под огромнейшим впечатлением. Приехал за нами автобус, все, тронулись, поехали в Верхнюю Балкарию. Доброе утро еще раз. Мы отправляемся на экскурсию. Я сегодня ваш экскурсовод. Меня зовут Наталья. Наш водитель Анатолий Амаякович. По всем вопросам, как говорится, будет необходимость. Обращайтесь, чем сможем, поможем. Едем мы сегодня путешествовать на территорию Республики Кабардино-Балкария по маршруту, который достаточно необычен и интересен, конечно. Маршрут Верхней Балкарии, но немножко с дополнением. Дополнение будет у нас в Чегемском ущелье. В первую очередь мы отправляемся именно туда, в горы скалистого хребта, где река Чегем, проходя через этот горный хребет, преобразует и украшает очень красивую теснину. С не менее интересным и красивым каскадом водопадов. Мы приехали в Чегем, и я хочу сказать, что тут просто неописуемая природа. Мы вчера, когда мы были в Осетии, я думала, ну это вообще предел красоты, наверное. А приехали сюда, здесь вообще все по-другому. Вот мы сейчас остановились вместе, тут еще более скалы, а там, где проезжали, там все зеленое-зеленое. У меня такое ощущение было, что это такой огромный-огромный мох лежит. Такой частый лес, вообще даже прогала не было. Сейчас у нас двухчасовая прогулка, мы гуляем, кушаем, и потом нам нужно пройти к водопадам, где нас будет ждать автобус. Нет, на самом деле, посмотрите, мы туда дальше пойдем вверх, да, ущелье, но дорога идет вниз. Да? Иногда, ну вот на самом деле, у нас есть такие волшебные поэты и писатели, которые говорят, в Чегеме вода идет в обратную сторону, снизу вверх. Неправда. Вода идет как положено, сверху вниз, просто дорогу не везде возможно рядом с руслом провести. И поэтому, где есть участок рядом с рекой, может дорога идти рядом с рекой. Где нет такого участка, ну, выбирают там, где удобно. Поэтому во многих местах дорога идет как бы вниз, но на самом деле туда это вверх. Здесь местные жители продают разную вязаную продукцию, которую можно приобрести на сумочки, варежки, свитера, платки, шапки. Хочется сказать,
про экскурсовода. Такая она умница. Несмотря на то, что болит горло у человека, она без остановки всю дорогу рассказывала. Мне в один момент какое-то сложилось впечатление, что она читает вообще, потому что настолько это бесперерывное было. Что это такое? Чинарики. А, это вот те самые знаменитые чинарики. Да. Без масла, натуральный. Еще один стакан добавьте. А что это за... Можно попробовать? Берите 5, я вам еще половину добавлю. Давайте. Они жареные, да? Да, они жареные. Ммм, вкусно. А вот это такое? Это черный шиповник. А это что такое, как называется? Это чинарики. А сколько стоит чинарики? 100 рублей. Спасибо вам. Дайте стаканчик, пожалуйста. Вот, видите? Вот прямо вот так сверху. Любую одну сторону открыли и все. Угу. Спасибо большое. Купила чинариков. Такое, знаете, на вкус похоже на орешки и семечки. Вот. Но они такие йодовые орешки. Можно здесь подняться наверх, и там будет глубокая пещера. Мы, конечно, не будем подниматься, потому что нас тогда не дождутся. Мы так медленнее всех идем вечно. Вот, а так 50 рублей. Мы поставили бабульчику, она приглашает всех. Говорит, самая глубокая и самая красивая пещера. С экскурсией не успеваешь все заснять, все просмотреть, все выискать. Люди уже уходят, а ты самый последний бежишь, потому что ну, очень красиво. Хочется все увидеть, все запечатлеть. А вообще... У курортного бюро путешествий и экскурсий также есть индивидуальные экскурсии. Это вот как раз о том, вот Макс говорит, что не успеваешь с экскурсией. Индивидуальные туры, конечно, стоят дороже, узнавайте по телефонам, сколько это стоит, но тем не менее вы не будете никуда торопиться, спешить, будете гулять, наслаждаться. Кстати, телефон будет на экране. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Ну здесь совсем другая природа, совсем другая. Ну равнодушно точно никто не останется. Смотрите, как красиво идет дорога. Она как будто закутована, закутана в скалах. Тут как-то страшно, уже забор заканчивается, и тут прям обрыв. Очень страшно. Я не буду вставать, я сокатаюсь, я тут перейду. Тоже ссышь? Вода вон такая бурная. Холодно. Водопад! Ага. Красиво. Вау, вау, вау! Прикольно. Такого не видели, да, еще водопада? The sky colors red. Volcanoes erupt. The world as we know. Era has
Apocalypse. Так, ну а мы, судя по всему, к кафешечке приближаемся. Сейчас будем пробовать всякие кабардино-балкарские блюда. Хачины нам надо попробовать. Что-то мне наводит на мысль, что вчера мы хачины пробовали эти, но, наверное, нет. Хачины это все-таки, наверное, блин, а не лепешка все-таки. Винишку-то прикупить можно? Блин, Вин. Ребята, коньяки хорошие. Ну, давай, винишку купим. По 150 рублей. Кабардинка, лезгинка, Эльдул, знаменитые кавказские коньяки Дербент. Тоже можете попробовать. Обратно. Купили вино, 7 ягод или чегемское что-то там за 250 рублей литр. Ох, смотрите, как красиво. Разнотравие? Да. Барбарис, облепиховица. Не удержалась, купила мед. Разнотравие называется. 200 рублей баночка. Маленькая, мне кажется, грамм 200. 250, может.
прям вот дождем или нет, стеной. Дождь стеной. Да. А здесь еще можно подняться по лесенке вверх. Гора счастья. Называется 50 рублей вход. А если уйти от центра, от центрального кафе Курмана, по-моему, Курмана, и идти дальше, там будет еще родник с питьевой лечебной водой. Балкарские хичины. Вот эти с мясом, вот эти с зеленью. Были еще с картошкой, я взяла с мясом и зеленью. 70 рублей вот одна порция получилась. 140. 140, да. Угу. Попробовали хичины. Сытная порция. А порции по 4 блинчика с начинкой. Ну, то есть это один блинчик, но он разрезан на 4 части. И, ну, сытно. Но вкусно, сытно. Масла, мне кажется, много только. Идея, в принципе, нормальная. С мясом, там, может быть, это не мясо, может, печень, не знаю. Но мне понравилось. А с сыром? Но большую порцию я бы не съел, жирно. Сыром зеленый, какая-то кислая была. Наверное, брынза что-нибудь такое было. Ну, просто не мои продукты. Это жаубаур, печень в пленочке в какой-то, в сеточке и на мангале обжаренная. Самая дорогая печень в моей жизни. Самая интересная, получается, я все время проигрываю, а она нет. Ну, а в целом-то на вкус как? Печень. Мне кажется, ее хоть как готовь, она будет все равно печень. Нет, лучше бы не взяли шашлык. А, еще и был шашлык? Давно я не ела так невкусно за такие большие деньги. Но вот эта жажда пробования новых блюд. Надо было просто с хомячами есть. С хичинами, то есть. Прикусочку, не так бы это было неприятно. Нет. О, там верблюд еще стоит. Все, в общем, мы нагулялись, деньги потратили. И сейчас едем дальше. Мы остановились на Голубом озере. В озере нету жизни из-за наличия сероводорода в воде. Но запаха сероводорода, я думаю, никто из вас не слышит, да? Почему? Потому что на глубине 25 метров вода заражена сероводородом, и дальше сероводорода в воде очень много. А на поверхность газ не поднимается. Бывают периоды, когда идет какой-то активный процесс, и когда выбросы сероводорода имеют место быть, запашок немножко есть. Или когда дайверы начинают перебаламучивать воду, вот они там своими погружениями начинают шастать там, и слой воды с наличием газа поднимается. Но сейчас запаха нету. Стало быть, раз здесь присутствует клеточный яд в воде, рыба в нем жить не будет. И небольшое разнообразие водорослей только до глубины 25 метров рядом с поверхностью. Сначала, когда идешь к нему, видно, что озеро, но такое более темное. А когда вблизи смотришь на него, прям видно этот проблеск такой голубоватый.
Обалденный вид. Мне кажется, если бы солнце было, оно вообще было такое яркое-яркое. Мне кажется, оно блестело бы этими голубыми такими оттенками. Пока ехали, и солнышко выходило, и заходило. Разные такие пейзажи сменялись. Красиво. Какие-то новые сладости, как желешка. Это тоже какая-то другая. А вот другая. Ну да. По мне, так лучше вот здесь именно кушать, а не там, где мы кушали. Потому что здесь, во-первых, и выбор блюд побольше, и пейзажи здесь красивые, потому что здесь можно прям вот сесть за столики на улице, можно с видом на озеро, на вот эту красоту вокруг. А там как бы все кафе закрытые, но здесь времени много не дают находиться. Поэтому если будете кушать здесь, то нужно это делать очень быстро. Быстренько там сделали все свои дела, сфотографировались, в туалет сходили и кушайте здесь. Но там времени дают больше находиться. На мой взгляд, чтобы... Это я про Чегем сейчас говорю. На мой взгляд, нужно лучше там по тропочкам походить, где-то погулять, а покушать здесь. Ну, это личное такое вот из своего опыта. Забыла рассказать. Экскурсия, на которую мы сегодня приехали, по Верхней Балкарии, она стоит 1500 рублей. Еще есть такая же экскурсия. Ну, как такая же? Еще есть подобная экскурсия. Называется она «Горный комплекс». Но, как мы поняли, Верхняя Балкария, она более насыщенная, но и она подороже, потому что горный комплекс стоит 1200. А в горный комплекс входит заезд в город Нальчик. А также есть Голубое озеро, также есть Чегем, по-моему. А вот Черека нет, и нет средневекового городища, к которому мы поедем после. А, еще купание в Ушигере, в источнике. Тоже есть в обеих экскурсиях. Макс как орнитолог, юный натуралист. И мы, получается, за время остановки обходим озеро вокруг. И нас автобус ждет уже через 200 метров по дороге дальше от того места, где он нас остановил. Мы, считай, делаем круг такой большой вокруг озера. И напоминаю, что на экскурсию мы приехали через фирму «Курортное бюро путешествий и экскурсий». Контакты на экране будут. Яблоко на меду. Да, очень вкусное. А как это яблоко на меду? На меду яблоко. Ну, яблочный, это... натуральный это. Сок? Не, как желе. Желе. Да, очень вкусное. Попробуйте. А сколько стоит? 100 рублей. 100 рублей вот такая палка. Да. А его как его прям вот отрезать? Как вот он? Так нарезайте и кушайте. Очень вкусно. Ага. На всю семью хватит. Даже за 80 давайте. Честно, не, меня отругают, если я сейчас все что-нибудь куплю. Вот за это натуральнейшее. Я уже подходить боюсь, честно говоря. Тут очень много лавочек, и у нас уже, мне кажется, до ругачки сейчас максимум дойдет, если я еще что-нибудь куплю. А вот здесь кажется, что озеро прям вот голубое-голубое. Тут так свет, что ли, на него еще падает.
туалетами, у них тут интересная тема. Они не хотят человека сажать возле туалета. Они просто ставят коробку и пишут ценник. И как-то все на доверии. Человек же может пройти вообще либо не положить, либо положить меньше. Как-то непонятно.